Всем привет-привет! Меня зовут Светлана. Живу я в городе Хабаровск. Давно не выходила опять с видео. Но вот сегодня решила показать вам, как цветут мои пеларгоши. В прошлом видео я показывала ВК Елену. На сегодняшний день вот так она выглядит. Цветем. Шапочки довольно большие. Уже долго держит она. Вот так вот, коротенькие цветоносы. Вот шапочка вот эта уже начала отцветать. А здесь рядышком он еще одна открывается. Он такой хороший пушистый кустик получается у нее. Ну, прям мне нравится. Она такая крепенькая вся, цветоносики такие прям хорошенькие, большие. Красавица. Здесь у меня Марсель. Тоже на бутончиках. Что-то вот листик немножко мне тут попортил. Бутончики есть. Скоро будем цвести. Это шамаханская царица. Обросла после стрижки. И тоже хочет порадовать меня своим цветением. Здесь юполонез. Также оброс после стрижки и уже собирается цвести. Но пока шапочки такие не сильно большие, потому что я знаю, на что он способен. Ну, такие средненькие пока шапочки будут при цветении. Ну, а это королева-красавица. Королева Бирмы. Посмотрите. Чудесная какая. Сколько цветоносиков. Все еще только начинается. Думаю, пора начинать подкармливать свои пеларгонии калийным удобрением, красным кристаллоном. Потому что, ну, я вижу, некоторым не хватает сил, выдают цветоносов много, но сил все раскрыть как-то вот не хватает. Видимо, надо уже начинать, потому что световой день уже хорошо прибавился, хоть и лампы у меня тут стоят. Сейчас я для съемки убрала, вообще тут еще лампы стоят. И окно южное, но вот как-то некоторым все равно не хватает. И я смотрю, и ВК Елена помаленьку подсушивает, не все бутончики открывает. Ну вот, королева Бирма пока вот, красоточка. Видно, что бутончиков много на цветоносах. Прям жду от нее цветения, когда это все откроется, и будет просто красота. Здесь у меня стоит звезда Водолея, тоже обросла она уже. Но пока сушит бутоны, пока не цветет. Как-то вот на бутончиках все заканчивается, все засушивается. Не пойму, что ей не хватает, но жду. Так, а здесь у меня стоит красавица Майя Плисецкая, тоже куча цветоносиков, прям куча, куча, куча. Уже штуки три, наверное, я уже обрезала, отцвели. В общем, вот такая вот красотка. Вы только посмотрите на эту красотку. ТА Майская роза. Ой, люблю я этот сорт, сколько он цветоносов. А какие у нее цветы огромные, шапки просто вот, ну, гигантские, это соцветие уже вот. Немножко начинает подвидать. Давно она уже распустила свои цветочки. Не чистила, думаю, покажу. Вот так вот она отцветает. Вот это тоже уже отцветает соцветие. Конечно, телефон совершенно не передает всей красоты. Шапки, но вот огроменные. Вот эти три уже подпортились немножко. Но все равно еще цветочки тут хорошенькие. Какая она красавица в полураспуске. Прям вот красивые такие розы. В распуске тоже вот цветы. Посмотрите, какие огромные. Ну вот прям вот. На три пальца. Огромнейшие цветы. Очень она красивая. Очень мне нравится. Обильно так цветет. Место только занимает много, потому что расшипиривает немножко свои цветоносики. Но красавица, красавица прям. А эта красотка. ЮГЭ. Снег в апреле. Тоже я в прошлом видео показывала. Куча у нее была цветоносов. Прям вот много она выдала. Но было видно, что не хватает ей все-таки сил. Я так надеялась, что она распустит мне все бутончики, все цветоносики расцветут. Но нет. Видно было, что цветочки начинают засыхать уже в полураспуске. В общем, я смотрела, смотрела на то, как она тужится, и решила удалить все цветоносы. Оставила вот этот один, который еще не распустился, вот дождалась ее распуска. Ну, что я могу вам сказать? Ну, красивая она. Вот, смотрите, вот распускается такой даже с зеленцой, потом вот он такой беленький.
и розовеет. В общем, на одной шапочке, на одном соцветии получаются такие разноцветные цветочки. Очень объемные, прям такие вот рюшастые-рюшастые. Ну, прям, я вам скажу, цветы очень красивые. И вот если бы она, конечно, все осилила цветоносы, была бы вообще прям, ну, вот как торт какой-то, что ли, зефирный. Прям было бы много, вся бы она вот в таких шапочках была, но, увы. Надеюсь, летом она мне повторит такой подвиг, выдаст кучу цветоносов, и все они расцветут. Поэтому еще раз убеждаюсь, что уже все, пора уже калийные удобрения начинать давать. С сегодняшнего дня начинаю подкармливать калием своих красавиц. Вот такая вот. Красивые у нее очень цветы, прям очень нравится мне она. Сим пурпурный бархат. Ну, эта красавица цветет у меня уже давно, очень давно. Уже много шапочек у нее посрезала, но вот она все цветет, цветет. Красавица, конечно, шапочки первые были прям вообще крупные. Тут немножко поменьше, но все равно красивая, прям красавица она, очень красивая. Кстати, есть у меня еще несколько череночков ее, такие большие, в пол-литровых стаканчиках уже. Поэтому, кому надо, пишите. Желательно Дальний Восток, Хабаровский край. Есть. О, помощница пришла. Здравствуйте, Багира. Красавица. В общем, вот. А эта малышка у меня сим-модница. Она ко мне пришла осенью, в начале осени, по-моему. Так медленно, степенно так она росла. Росла таким пушистым кустиком, не прищипывала ее, ничего. Выросла таким шариком красивеньким. В литровом горшочке она у меня сидела. Цвела зимой, ну вот просто, я не знаю, цветоносов было вот не считано, не мерено. Прям она умничка, все распустила, такие красивые цветочки, красненькие, умница прям, обильно очень цвела, зимой под лампами, даже не на окне, а вообще просто на стеллаже, не видя натурального цвета, она у меня цвела очень обильно и достаточно долго держала шапочки, но сейчас вот после обрезки, много черенков мне дала, после обрезки обросла, наконец-то набрала цвет, прям жду опять. Очень она мне впечатлила, красоточка, хоть и цветочки не крупные, шапочки тоже не крупные, но их столько много, этих огонечков на кустике было, что просто вот, ну, красавица. Кстати, осталось у меня несколько черенков сим-модницы, потому что сейчас продажи уже идут быстро, все это разбирается быстренько, но вот много было у меня черенков сим-модницы и сим-пурпурного бархата, потому что кустики уже наросли. Я их срезала, и достаточно много было черенков. Вот по несколько штучек там еще осталось. Так что обращайтесь, кому надо. Так, ждем. Ждем, когда расцветет. Там внутри, наверное, тоже еще есть цветоносы. Не заглядывала, не смотрела. Люблю я эти два сорта. Пурпурный бархат, сим-модницу. Ну, решила показать вам череночки. Багира мне тут сообщила. Что ты рассказываешь, лучше покажи. Есть вот такой в наличии сим-пурпурный бархат. Этот... в 200-граммовом стаканчике, не переваливала его в 500, потому что дала ему подцвести. Вообще я так не делаю, но тут такая, думаю, для продажи пускай будет. Было даже два цветоноса, один я убрала, давно уже он у меня цветет, ну хватает ему сил. И есть сим-модница, она вот в таком же горшочки, тут, наверное, 400 миллилитров или 500, не знаю, тоже уже с цветоносиком, уже прям маленький кустик хорошенький. Есть еще другие черенки, но вот эти вот просто на цвету, решила вам показать их. Вот такие череночки. Ну и немножечко моего стеллажа. Это Ириол Этерните. Продолжает цвести, уже шапочки поснимала ему три штуки, вот это вот. Последняя пока шапочка, думаю, дальше он еще, может, отдохнет, еще подцветет. Остальные пока стоим, не цветем. Дайнерис. Кубышечки свои надула. Надеюсь, зацветет скоро. Подсушила, правда, немножко. Ну, хотя бы так, не видела я еще пока, как она цветет. В общем, пока
стоим, не цветем. Здесь у меня стоит история любви. Тоже набрала цвет после обрезки, обросла. Вот такая вот красотка. Дальше там стоит Эммануэль. Тоже пока без цветоносов. В общем, стоят мои девочки, кто на бутонах, кто пока без бутонов. Это у меня черенки Тесс Влады, такие вот хорошенькие. Есть свободные, такие вот в горшочках. В общем, вот такие вот дела у меня с пеларгониями на моих стеллажах и на моем окне. На этом буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрите мои ролики, что скучаете по мне. Под роликом оставлю номер телефона, по которому можно будет обращаться ко мне по поводу черенков. Пожалуйста, не звоните, только пишите в WhatsApp. Всем до свидания. Пока-пока.